Традиционная ярмарка выходного дня под открытым небом прошла в минувшие выходные на Магаданской площади. В ней приняли участие более сотни сельхозпроизводителей, несколько десятков видов своей продукции, выращенной собственными руками. Они представили требовательным и придирчивым покупателям. Помимо ценителей натурального производства, ярмарку посетили и первые лица Колымы, губернатор Магаданской области Сергей Носов и мэр Магадана Юрий Гришан. Они осмотрели торговые площадки, пообщались с продавцами и каждого поблагодарили за их важный и непростой труд. Уважаемые колымчане, дорогие друзья, вы знаете, ярмарка выходного дня востребована и любима магаданцами, всеми жителями Магаданской области. Это возможность без посредников, без наценок и реализовать свою продукцию, выращенную в достаточно тяжелых условиях. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть возможность нашим гражданам, нашим жителям купить свежие продукты без химикатов, без примесей, по тем ценам, которые могут устроить наших жителей на данный момент. Еще раз, это не магазинные цены, это прямая связь между производителем и потребителем. За многие годы ярмарка действительно полюбилась и приобрела популярность среди горожан. На ней можно приобрести не только свежие продукты, мясные, кисломолочные и кондитерские изделия, а также овощи, зелень, ягоду и изделия народного промысла. Ярмарка также позволяет существенно сэкономить, ведь продукцию продают без наценок и самодурных накруток. Мы понимаем, что Магадан не может произвести в силу своих особенностей столько сельхозпродукции, сколько производит Ольский район, Хасынский район, Сусуманский, Ягоднинский, Среднеканский район. Действительно, если мы доведем обеспеченность той продукции, которую легко можно вырастить на территории Магаданской области, наверное, мы обеспечим свою продовольственную безопасность и не будем зависеть от того, придет пароход в порт Магадан или не придет. Я благодарен всем тем, кто в течение всего лета выезжал, торговал здесь. Ярмарки не заканчиваются, даже если наступят холода. Подписано постановление губернатором, вы уйдете на рынок фреш, и любимая ваша ярмарка будет продолжаться все 12 месяцев в году. Прошедшая в выходные дни ярмарка стала своеобразным подведением итогов традиционных рынков выходного дня. Сейчас, при наступлении холодов, продавцы для своей торговли перейдут в более теплые и комфортные условия рынка фреш.